Приветствую вас, уважаемые друзья и зрители моего канала. Пока готовится моя буженина по-царски, вы ее видели перед этим блюдом. Если не видели, то в описании под видео будет ссылочка на буженину по-царски. Обязательно посмотрите. И вот для этой буженинки я делаю картошечку, сливочную картошечку. Для этого нам понадобятся сливки 10%. Такими вот кружочками нарезанный картофель и тертый твердый сыр. Картофель довольно легко и быстро готовится. Берем хорошую чугунную сковороду, растапливаем примерно 80 грамм сливочного масла и добавляем пол-литра 10% сливок. После того, как увидели, что сливки начинают уже подогреваться, насыпаем примерно чайную ложку соли, смеси приправ. Добавлю немножко паприки. И выкладываем в сливки картофель. Аккуратненько все перемешиваем, чтобы равномерно распределить сливки. Накроем крышкой и на маленьком огне, после того, как сливки закипят, минут 10 протушим под крышкой. После того, как картошечку 15 минут протушили мы в сковороде в сливках, перекладываем в стеклянный вот противень, в стеклянную посуду и убираем в духовку минут на 35, температура 180 градусов. Как видите, готовим сразу два блюда в духовке. Нашу буженину по-царски и сливочную картошечку. Прошло 30 минут. Как видим, картофель уже подрумянился. И теперь сверху посыпаем тертый сыр. Ждем около 3-4 минут, чтобы он расплавился. И достаем картофель из духовки. Не прошло и 5 минут. Наш сыр расплавился, и получилось вот такое вот красивое, аппетитное, ароматное блюдо. Теперь дадим ему немного остыть и будем его пробовать. Я, друзья, уверен, что получилось очень вкусное, такая вот сливочная, со сливочным вкусом картошечка. Если не верите, то обязательно приготовьте по моему рецепту и попробуйте. Так вот, друзья, получилась моя сливочная картошечка с царской бужениной. Очень такой приятный аромат на всю кухню. Пахнет очень вкусно картошка, очень вкусно буженина. Положил зеленые маринованные помидорчики. Будет очень хорошее сочетание. И маринованный корнишон. Сейчас попробую картошечку и попробую вам передать ее вкус. Картошка получилась довольно разваристой, со сливочным ярко выраженным вкусом, с бужениной будет просто заходить очень-очень хорошо.
Кому интересно, в описании под видео будет ссылка на буженину. Именно сочетание картошки и буженины просто оригинальное. Я надеюсь, вы, друзья, приготовите по моему рецепту и останетесь довольны. На этом видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале, следите за выходом новых кулинарных рецептов и обязательно их повторяйте. Они очень вкусные.